You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe, it ain't right. Друзья, всем здравствуйте! Вы на канале Мисс Карина Зав, мир глазами женщины. Меня зовут Карина, и я автор этого канала. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. И если вы любители пустых баночек, как многие на Ютубе, я думаю, то вы попали по адресу, потому что это видео сегодняшнее будет именно об этом, о том, что закончилось, о том, что понравилось, мой честный отзыв в большей своей мере на бюджетные продукты. Хочу сразу упомянуть, что в сегодняшнем видео пустых баночек будет за период полтора месяца, потому что в свое время, в нужное время я не выложила пустые баночки за месяц июнь, так как июль начался. Ну а сегодня на дворе 16 июля, и я собралась силами и снимаю пустые баночки, ну как вы можете понять, за период с 1 по 15 июля я в свой пакет подкладывала еще определенное количество пустоты, которая скопилась в моем доме. Поэтому не обессудьте, а может быть для кого-то это наоборот будет какой-то особенной радостью, что пустых баночек будет не за месяц, а аж за полтора. Поэтому поехали, как всегда, по группам. Мне так проще, мне кажется, и воспринимать это гораздо проще, если я буду рассказывать именно о пустых баночках из определенных групп. Можно промотать туда, кому куда интересно. Давайте начнем по уходу за домом о пустых баночках. Это Тире Турбо, на этот раз это два флакона. Не забывайте все-таки прочищать трубы, дабы избежать засоров. Это дело такое, сегодня нет, а завтра уже вода не уходит и скапливается в раковине. Для мытья посуды вот такой вот гель с Энергетик. И хочу сказать, что в Пятерочке и в Магните очень часто вот такие вот средства бывают по акции. Экологически чистое средство для мытья посуды, которое подходит также для мытья овощей, фруктов, детской посуды и игрушек. Поэтому обращайте внимание, за высокую цену, за какую он обычно продается, может быть, и не каждый купит. А когда это средство идет по акции в пределах так 70-80 рублей, вот такой вот флакончик, 0,5 литра, то я думаю, что, возможно, такое средство и стоит купить, и каждому оно будет по карману. Закончила жидкое мыло для рук, это La Fresh. Я покупаю его всегда в Магните, там, по-моему, еще бывает и с другими ароматами, но в последний раз у меня муж купил новый бутылек, тоже вот с лимоном. Очень приятно пахнет, 500 грамм, и, кстати, я что заметила, я его использую на кухне, оно у меня стоит. И вот когда вы используете в приготовлении чеснок, либо рыбу, то, конечно же, хочется отмыть руки, чтобы они потом не пахли. Могу сказать, что вот это мыло настолько приятно пахнет, настолько хорошо очищает руки, что запаха с первого использования никакого не остается. Так что обратите внимание, бюджетный вариант, я бы даже сказала крайне бюджетный, но оно того стоит, оно вот стоит того, чтобы иметь его в использовании. По уходу за волосами. У меня закончилась моя любимая, мне кажется, уже оскомину набившая всем. Вот такая парочка, это Pantene Pro-V. Я не устану советовать. На данный момент, конечно, я подумываю все-таки сменить уход за волосами, потому что я как-то заметила, никогда я такого не замечала, но мои жирные волосы как-то очень странно стали выглядеть. Мне кажется, они как будто бы подсушены. Может быть, стоит перейти на шампунь для нормальных волос, но для тех, у кого жирные волосы, для тех, у кого тяжелые волосы и требуют легкости в укладке, я все же посоветую вот такой шампунь и бальзам-ополаскиватель Pantene Pro-V Aqualight. Возможно, вы, использовав его, не разочаруетесь, потому что я довольно-таки долгий период времени использую именно вот эти продукты. И еще по уходу за волосами у меня закончилась пенка для укладки. Это чистая линия, сильная фиксация, четверочка. Я использую в последнее время именно ее, она меня во всем устраивает, не склеивает волосы, не создает какой-то тяжести.
Конечно, для тех, кто использует вот такие средства для укладки, стоит обратить внимание, насколько часто вы моете голову. Я со своими жирными волосами, конечно, не могу никак пристроиться мыть голову хотя бы там раз в 2-3 дня. Каждый день это стандартная процедура. Да, устаешь, да, мучительно, но все же, раз уж от природы достались такие волосы, то, как говорится, Карина, не плачь, делай все возможное, чтобы был хотя бы более-менее какой-то порядок на твоей голове. Поэтому я могу посоветовать вот такой бюджетный вариант укладочного средства для волос. Закончился гель для душа. Эта подруга мне присылала посылку. И я израсходовала вот такой вот гель для душа от Faberlic. Я давно не делаю заказа Faberlic, да и, собственно, мой номер консультанта, мне кажется, уже давным-давно сгорел, надо заново регистрироваться. Поэтому я была безумно рада, что я получила вот такой вот продукт в подарок. Это турецкая Ривьера для тех, кто любит освежающие ароматы, немножко унисекс. То я думаю, такой гель для душа вам очень понравится. Это морской бриз, зеленые сосны. Я была довольна, что я в очередной раз продукцию Faberlic подержала в руках и ощутила на своем теле. Я думаю, что на сегодняшний день, в наше нынешнее время, ни одна женщина не обходится без средства для снятия макияжа, а уже потом мы умываем лицо. У меня это средство закончилось, на этот раз это был Garnier, вот такой большой бутылек, чистая кожа, мицеллярная вода, которая очищает и удаляет макияж, не требует смывания, но все же вот на эту надпись я не обращаю внимания, для меня это как-то вот неприемлемо использовать мицеллярную воду и потом не смывать ее. Для чувствительной комбинированной кожи до 200 использований, 400 мл. Неплохая водичка, но я как-то ничего особенного в ней тоже не нахожу, потому что для меня самым главным показателем это то, что не щиплет глаза, то, что бюджетно для меня было, потому что я покупала эту водичку в Магнит Косметик, и на нее была акция. На сегодняшний день использую чистую линию с розочкой, поэтому вот флакон на выброс. Ну и раз уж я тут так о лице заговорила, об уходе за лицом, у меня закончился легкий увлажняющий крем от чистой линии. Я очень многим его советую, и, кстати, это действительно неплохое средство с алоэ вера и вытяжкой из цветков василька. Для тех, у кого жирная пористая кожа, и те, кто ищет, например, крем не только дневной увлажняющий, но при этом еще подходящий как основа под макияж, я думаю, что вот это вам подойдет. В Магнит Косметик тоже вот есть такой продукт, и я именно там его очередной флакончик и купила. И еще по уходу за лицом очищающая полосочка от пропеллер по уходу за носом. Даже если упомяну, если даже у вас нет черных точек, потому что именно вот для черных точек предназначены вот такие полоски, не обращайте внимания именно вот на эту надпись про черные полоски. Даже если у вас их нет, расширенные поры – это тоже показатель для использования вот таких очищающих полосочек. И использовала маску из Fix Price, вот такую. Это маска с экстрактом зеленого чая. Пахнет, кстати, очень-очень концентрированно. Тканевая маска борется с акне, я наложила ее, кстати, сидела, наверное, около получаса, пока смотрела фильм «Астрал». И у меня за полчаса эта маска, вот именно содержимое этой маски, впиталось в лицо полностью. Понравилась эта маска, лицо после нее осталось гладким, нежным. Не буду добавлять, как попка младенца, потому что очень многие любят сравнивать. Если маска хорошая, то эффект должен быть именно таким. Закончился крем-депилятор от Батист, вот такой розовый. Это йогуртовый, с йогуртом и маслом жижаба, увлажняющий для чувствительной и сухой кожи. Мне, конечно, больше нравится от Батист крем с огурцом для депиляции, но на безрыбье и рак рыба, если с огурцом не было, так взяла такой. Ну что теперь делать? Поэтому могу советовать, особенно когда бывает акция в магазине «Магнит Косметик», так я его беру даже дешевле 100 рублей. Поэтому
Для ежемесячного, ежедневного ухода за кожей, я думаю, что это именно тот вариант, который подойдет. Закончились две зубные пасты, одна взрослая, одна детская. Я последнее время пользуюсь Блендамед, на этот раз 3D White Effect, вот такая вот паста. А у Серафима от компании Oriflame серия OptiFresh закончилась, вот такая вот паста с диснеевскими героями. Да, кстати, могу сказать, у меня ребенок, хотя и не совсем правильно умеет чистить зубы сам, поэтому я стараюсь ему помогать. Но все-таки процедура чистки зубов его пока вполне устраивает, и он не сопротивляется, когда я говорю, идем чистить зубы. Так, давайте немножечко о расходном материале, который заканчивается каждый месяц. И я, как говорится, быстренько пробегусь от Папи, марка, которая очень знакома тем, кто покупает продукты и товары в Пятерочке. Закончились ватные диски и ватные палочки. Влажные салфетки, особенно летом и особенно в период пандемии коронавируса. Это вот такие вот влажные салфетки с антибактериальным эффектом, 70 штук. По-моему, муж у меня их брал в Улыбке радуги, но обманывать не буду. Вот такие закончились. От Аура влажные салфетки для всей семьи, 120 штук с клапаном. И вот такие вот маленькие упаковочки от Аура и от Папи. Это те, которые я ношу всегда в сумочке, потому что куда без них, мы когда выходим сразу из магазина, сразу с Серафимом вытираем руки. В качестве такого расходного материала закончился картридж от бритвы Жилет женской Винус. Я уже упоминала, что я давно как-то покупала вот такой вот голубой станок, и до сих пор использую его, и до сих пор использую вот такие вот картриджи. Может, кто-то, конечно, скажет, что уже появились гораздо более эффективные, гораздо более приятные в использовании картриджи. Ну вот я по старинке до сих пор использую только такие. О мужских закончившихся продуктах. Это дезодорант Деоника. Любимец у моего мужа. Он даже, по-моему, уже не спрашивая меня, сам бежит в Магнит Косметик. Я побежал за дезодорантом. Иначе мой заканчивается, а то буду вонять. Вот этот устраивает во всем. И закончился гель для бритья с экстрактами трав. Это гель от Арка, вот такой вот черный по своей консистенции. Но когда его используешь, чернота как бы уходит, и он становится белым. И еще о нескольких продуктах не переключайтесь. Обычно об этой группе продуктов я всегда рассказываю в первой части видео, но тут как-то что-то я разложила все по группам и их отставила, эти баночки, на задний план. Но тем не менее, у меня закончилось средство для стирки гелевое, это Вулайт. Я вот эту вот использую для деликатной стирки, да, впрочем, и для цветного белья тоже можно использовать. К сожалению, вот здесь вот этикетка у меня оторвалась, но поверьте на слово, что это средство Вулайт. Для кондиционирования белья использовала Вернель ароматерапия. Один из моих любимых, потому что аромат довольно-таки приятный. Мне кажется, для тех, кто все-таки любит парфюмерную отдушку на белье после того, как оно даже высыхает, постиранное, я думаю, что понравится тоже. Это дикий гибискус и масло розы. Вот такой красный флакон. Поэтому могу посоветовать. И здесь 910 мл. И все-таки обращайте теперь внимание, некоторые флаконы с кондиционером по одной и той же цене, я заметила это в Пятерочке, бывают 910 мл, 930 и даже целый литр. Поэтому теперь обращайте внимание на ценники, обращайте внимание на флаконы. Не хочется переплачивать, по одной и той же цене можно купить гораздо большее количество продукта. Кажется мелочь, но все-таки приятно. И еще для стирки закончился ваниш, вот такой вот саше. Я использую для выведения пятен и даже для придания белизны.
И особенно вот такое вот средство важно иметь дома, когда вы стираете кухонные полотенца, особенно для замачивания по такому способу, как горячая вода, стиральный порошок, отбеливатель и подсолнечное масло. Уже, мне кажется, этот способ известен всем. Если нет, то можете поискать в интернете. Я, кстати, именно таким способом спасаюсь, когда стираю комплект кухонных полотенец, который накапливается за неделю. Особенно в осенний сезон, да и сейчас, когда у нас начались дожди, не прекращаются. Просто у нас стоит море разливанное. Всегда дома средства для защиты от воды, обуви. Вот я упомяну все-таки, да, особенно в осенний период, когда слякоть, когда большая влажность. Поэтому закончились два флакона, потому что, видимо, использовали и этот, и тот. И в ходу они были оба сразу. И вот теперь закончились от Вистер и от Селтон. Вот такие вот два флакона я вам все-таки советую. Женя у меня даже обрабатывает и кожаную куртку, и зонты, и обувь, и сумки. Во многом спасает действительно, и даже когда слякоть, грязь прилипает к обуви не так, если вы используете вот такие средства. Ну и последнее, о чем я вам хочу рассказать, это моя боль. Моя боль последнее время. Ногтями красивыми я никогда не отличалась. Более-менее у меня были хорошие ногти в период беременности. Ну, как говорится, если ты беременна мальчиком, то красоту забирать он у тебя не будет. И действительно, ногти в период беременности у меня были гораздо лучше, чем сейчас. Поэтому периодически я использую определенные средства для укрепления ногтей. Может быть, какие-то определенные витамины нужно еще пить. Но я, собственно, не об этом сейчас. Я о том, что закончилось. Это вот такое средство от Либридерм. Ультраукрепитель, лак для ногтей, укрепляет, предохраняет от расслаивания. Вот такой вот флакончик. Здесь хоть еще и осталось где-то половина, наверное, флакона, но он, знаете, тут особой формы, я думаю, что меньше половины содержимого там будет. Но он уже стал немножко таким, как загустевшим, поэтому накладывается уже чуть ли не такими лепешками. Поэтому я от него избавляюсь. И могу сказать, что ногти от него, конечно, не желтели. Какой эффект я все-таки испытала, когда использовала укрепитель от Эвелин. На этот раз я хотела купить Бельведер, потому что все-таки из всех укрепителей, ну, он меня более-менее устраивал. Но его не было в аптеке, и я взяла от Либридерма вот такой вот. Не скажу, что он мне укрепил ногти. Но, по крайней мере, он не слезает, не облезает и не облупляется после первого-второго дня носки. Поэтому вот хотя бы так он немножко сохраняет мою ногтевую пластину. Но к нему возвращаться однозначно не буду. Так, вот все, что я накопила, о чем вам рассказала и от чего я наконец-таки избавлюсь, потому что, конечно, места занимает много, захламлять квартиру не хочется. Надеюсь, вы приятно со мной провели время, надеюсь, что-то полезное да я вам рассказала, потому что все-таки я в своих видео стараюсь, если это, конечно, может быть не влог, стараюсь привнести нотку какой-то пользы и информации для своего зрителя. И буду с вами прощаться. Хочу пожелать вам хорошей погоды за окном, тепла в душе, здоровья во всем организме. До новых встреч на моем канале. Пусть ваша жизнь будет легкой, как перышко. Я с вами прощаюсь. Оставляйте ваши комментарии. Подпишитесь, если вы до сих пор не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы все-таки получать оповещение о том, что мои новые видео уже вышли на канал. До новых встреч. Пока-пока. Thank you.